Приветствую еще раз тебя, очень рад тебя видеть, рад, что твоя выставка, правильно понимаю? Да, да. Расскажи о ней в двух словах, можно в трех? Эта выставка называется «Специально». Она приурочена к финалу Лиги Чемпионов, который будет завтра? Ну, не совсем. А, извини, пожалуйста, да. Ну, что-то есть, да. Это вот куратор проекта «Воля не смерть», ага. Владимир Романенко. «Воля не смерть». «Воля не смерть». Есть такое, есть «Воля такое... або». Есть такая старая анархистская как бы, заява, пам'ятаєте, яка звучить «Воля чи смерть?». Так. А ми або смерть. Так. Я її трансформував, ми її трансформували, воля не смерть. Смерті нема, є тільки воля. Ми переможемо на собі. Ну, от как бы это, це 11. Це вже 11 виставка. Давно ночами сниться мені іная доля. Снести надо эти памятники. Да. Ну, така концепція, що все зараз про війну, про війну. А я хотів розбавити трішки фотографіями, які просто емоції, мирні. І щоб ми вже прийшли до миру і звикали до того, що скоро буде мир. Тому що ми вже у війні дуже довго, мені здається, 8 років було наше. Анатолій, спасибо тебе огромне. І все-таки завтра буде фінал Ліги Чемпіонів. Твой прогноз? Вот я вижу фотографию Донбасс-арены. Ты за Ливерпуль, да? Ну, мне кажется, что Реалу... Реалу талантливо. Слушай, ну пусть ничья будет. А ну обе команды, по-моему, классные. Поделят кубок, но там не может. Я понимаю, что нельзя, но... Буду за Ливерпуль, але переможе сильнейший. Ты за Ливерпуль или за Реал? Да, давай по главным за давай. Манчестер. Манчестер вылетел в полуфинале. И за Барселону. О. Такие у нас мотивы. Я понял.